Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке я вам покажу сразу два виджета. Первый виджет позволяет делать вот такой эффект при наведении на ссылку. То есть всплывающая черта под ссылкой. Все настраивается, позже рассмотрим. Второй виджет позволяет делать при наведении вот такие вот раздвижные скобочки. Разработчик этих виджетов один и тот же. Я считаю, что нужно это было объединить в один виджет, но факт остается фактом. Разработчик предпочел сделать два разных виджета вот с одним лишь эффектом. Они схожи по своему смыслу, поэтому я объединил их в один урок. Переходим в Adobe Muse и рассмотрим, как это все у нас настраивается. Итак, из библиотеки я перетаскиваю оба виджета на холст. У вас могут вылезти вот такие вот ошибки. Это ошибки шрифтов. Вы просто тут окей. Сменим шрифт, и не будет возникать этой ошибки больше. У вас может этой ошибки не быть, если у вас стоят эти шрифты в Muse. В общем, оба виджета я перетащил, на холст. И давайте тогда сразу поговорим о размере шрифта и о самом шрифте, как это меняется. Давайте сначала вот с этим виджетом. Вы его выделяете, в Muse выбираете инструмент текст и, как обычно, просто в списке шрифтов выбираете нужный вам шрифт. Также размер сразу же я поставлю большой, 72. То есть это может быть просто у вас какая-то менюшка, можно сделать прямо меню из разных таких вот виджетов, просто сдублируйте один и тот же виджет. Поменяйте название, поменяйте ссылки, шрифт, размер, и у вас будет уже меню на сайте. То же самое давайте я проделаю для второго виджета. Я его выделяю. Выбираю инструмент текст. Сразу выбираю шрифт. И выбираю размер. Тоже 72. Так, и давайте с этим виджетом разберемся. Я его выделяю. Заходим в настройки. И первое поле текст. Это текст на ссылке. Пишите любой текст. Дальше ссылка, то есть сама ссылка, там стоит решетка, вы ее удаляете и прописываете какую-нибудь свою ссылку. Здесь все понятно должно быть. Дальше текст color, это текст самой ссылки, то есть его цвет, по умолчанию белый. Кликаете по цвету, из палитры выбираете любой цвет. Дальше line color, это цвет той самой линии, которая всплывает под ссылкой при наведении. Также кликайте по цвету, меняете любой цвет, какой вам нужен там по дизайну. И line distance – это дистанция, насколько эта линия должна отступать от текста или же быть к нему ближе. Давайте попробуем поставить 1, то есть должна быть совсем близко, и посмотрим в браузере, как это выглядит. То есть видите, то есть достаточно близко. Если нужно, чтобы она немножко отступала, чуть была ниже, выставляете значение вот здесь вот больше. Оставлю 10. В принципе, с одним виджетом разобрались. Второй виджет, он посимпатичнее будет. Эти скобочки мне нравятся больше. Также заходим в настройки. Меняем название ссылки. Также URL вставляете тот адрес, который вам нужен. То есть, смотрите, это не обязательно должна быть сторонняя ссылка, да? Если у вашего лендинга много внутренних страниц, здесь нужно будет прописать просто адрес вашей страницы. То есть здесь любой URL. И в этом виджете, в отличие от предыдущего, нету цвета, то есть нету выбора цвета для всплывающих скобочек. Цвет меняется сразу. То есть, когда мы меняем текст color, например, желтый, то и цвет этих скобочек тоже будет желтый. И также есть дистанция. И давайте посмотрим. Я навожу, и у вас может произойти вот такая вот ситуация. Видите, скобочки у нас совсем в другом положении находятся. Это потому, что я выставил большой размер, и для этих скобочек нужно пространство. Вы выделяете данный виджет и за вот эти средние маркировочки растягиваете немножко свой виджет. То есть тем самым давая пространство этим скобочкам, то есть чтобы они были на своем месте. Они просто не умещаются. Вот сейчас вы видите, все хорошо. Достаточно симпатичные виджеты.
чтобы не заморачиваться там с Engine Animate или еще с чем-то, очень удобно вставил, ссылки работают, вот я кликаю, меня перебрасывает на мою страницу. Оба виджета, они будут в одном архиве, вы их сможете скачать на моем сайте, ссылка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!